В России банки и микрофинансовые организации обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 2 недель. Соответствующий законопроект будет подготовлен к весне текущего года. Предполагается, что такой подход позволит гражданам напрямую взаимодействовать с банками и микрофинансовыми организациями, а также оперативно решать свои проблемы. Эксперты отмечают, что необходимость такой инициативы зрела давно, поскольку проблемы в законах дают финансовым организациям право по своему усмотрению реагировать на обращения клиентов, ну и чаще всего их просто игнорировали. В законе о защите прав потребителей и в законе о банках также не установлен порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. Нет жалоб, нет проверок, казалось бы. С другой стороны, у Центрального банка достаточно механизмов и рычагов воздействия и систем контроля за деятельностью банковского сектора. То есть, проще говоря, чем быстрее и лучше реагировать банк будет на жалобы своих клиентов, тем на более лучшем счету он будет в глазах государственного регулятора. Ну вот, по новым правилам финансовые организации должны будут отреагировать на обращение потребителя в течение 15 дней, но в исключительных случаях и в зависимости от сложности вопроса возможно продление до 30 суток. Ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской, подчеркнули в Центробанке.